Бабушка, ты сказала, что отпустишь меня гулять после того, как я сделаю все уроки. Я уже сделал. Потерпи немного. Я жду важный звонок. Если тебе скучно, сделай еще математику. Ну вот и настал великий момент. Мы, творцы, даем жизнь этому жуткому существу, чтобы он воскрес из мертвых и исполнил свое предназначение. И чтобы нам заплатили за эту работу. Да. Ой, хватит мне уже про это напоминать. Заплачу, когда сиреноголовый окажется в моей власти. Приступайте. Свершилось! Он живой! Он опасен? Нет, сэр-директор, он вполне безобиден. Папа! Я твой новый папочка. Перестаньте! Я тебе не папа, и этот человек в белом халате тоже. Скоро ты увидишь своего папочку. Ты, главное, не забудь погромче кричать, чтобы он услышал тебя и прибежал за тобой. Выезжаем. Малыш, иди за мной. Ну же, не бойся. Мы отвезем тебя к твоим родителям. Вот и славно. Присаживайся. Я покатаю тебя на этой бибике. Алло? Мы приехали и остановились недалеко от вашего дома. Можете выпускать своего внука. Уверен, он сразу пойдет к своим новым друзьям. Наше авто будет тихо следовать за ним. Когда он приведет нас к ним, мы схватим их и увезем отсюда. И вы навсегда избавитесь от беспокойств. Балдюша? Ну что, ты сделал математику? Пора тебе прогуляться. Еще нет, осталось немного. Ну хватит уже учиться. Для твоего здоровья нужен свежий воздух. Да, а раньше ты об этом не беспокоилась почему-то, когда 2 месяца не выпускала меня из дома. Хватит со мной спорить. Живо на улицу, а то я сейчас передумаю, и ты не скоро увидишь своих друзей. Значит, ты разрешаешь мне к ним сходить? Ну да, иди к ним. Они соскучились по тебе, давно тебя не было. И вот что, передай от меня гостинцы. Ничего себе, неожиданно. Ты не такая уж и злая. Я ошибался по поводу тебя, бабуль. Все ради тебя, внучок. Он вышел. Все идет по плану. Едь по-тихому на расстоянии. Фары не включай, чтобы мальчик не заметил нас. Папа, кто там? Остановись. Он может нас заметить. Нужно было заткнуть чудовищу рот, чтобы не шумел, когда не следует. Я пойду за мальчиком пешком. Машина слишком заметная для слежки. Ах, вот где они прятались. Попались, голубчики. Друг, ты вернулся. Посмотри, какой большой стул я для тебя нашел. Это не стул, а стол. Гигантер, сейчас не до этого. Когда я шел к тебе, сзади меня кто-то крикнул «Папа!». Я оглянулся, там стояла машина. Я прибавил шагу, чтобы оторваться. Но когда подошел к пещере и заметил, что за мной следил человек. Давай пригласить его посидеть на стул. Это был ученый, который пытался тебя поймать. Я узнал его по белому халату. Белый человек убивает. Вы теперь не в безопасности. Нужно уходить отсюда поскорее. Он больше не обижает нас, друг. Жди. Куда ты? Прочь, чудовище! Я просто мимо проходил! Вот,
просить белый человек не убивать. Вы можете оставить их в покое? Они никому вреда не приносят. Живут в этой пещере. Зачем вы преследуете их? Мы приехали, чтобы забрать Сиреноголового с собой. Он нам нужен. Я не отдам их вам. Не забывайте, что вы сейчас в наших руках. Мы уйдем отсюда, и вы не сможете этому помешать. Никуда вы не уйдете. Это почему же? Потому что папочка очень любит свою деточку. Я не понимаю, о чем вы. Мы оживили их сына, которого когда-то сами уничтожили по случайности. Он сейчас находится у нас, и если они не пойдут с нами, то никогда его больше не увидят. Это невозможно. Вы врете. Я гениальный ученый, мальчик. Мне под силу многое. Вы скорее сумасшедший ученый. Папа. Малыш? Да, папочка, это твой малыш. Я не врал. Малыш? Папа. Папа. Стоять! Не двигаться! Не так быстро! Еще один шаг, и фургон быстро умчится отсюда с вашим малышом. Догнать не будет никаких шансов. Малыш. Папа. Гигантр, потерпи, пусть он скажет, что хотел. Значит так, мы оживили малыша, но не для того мы его оживляли, чтобы отдать его вам. Семейство монстров сможет быть вместе только при условии, если Сиреноголовый и Фонареголовый поедут с нами. Нам нужно посовещаться. Ты много на себя берешь, мальчик. Тут и думать нечего. Семья должна воссоединиться, но только на наших условиях. Гигантр, давай отойдем, я кое-что скажу. Это может быть ловушкой. Они хотят заманить вас к себе, пообещав, что вы будете вместе. А когда вы окажетесь у них в руках, они что захотят, то и сделают с вами. Мы можем сделать по-другому. У меня есть план. Мы решили подождать. Не спешить с этим вопросом. Подождем до завтра, и тогда ответим вам. Ну тогда мы уезжаем. Не торчать же нам тут всю ночь. А завтра приедем. Может, вы и надумаете чего. Нам бы хотелось все мирно уладить. Без насилия. Папа! Папа! Малыш! Что придумал Балди? И чем все это закончится? Об этом ты узнаешь в заключительной серии, которая выйдет в сборнике второго сезона. Ну а пока пиши свои догадки и не забудь поставить лайк. Карпик ждет, чтобы ты подписался, лайк поставил, коммент оставил. Карпик ждет, давай не ленись, подпишись. Карпик ждет, да, yes, о да, детка.